«Бал монстров» стал тем фильмом, о котором вспоминают только из контекста Оскара Холли Берри. Она стала первой афроамериканкой, получившей Оскар за лучшую женскую роль. С тех пор прошло не так много времени, но Оскар окончательно вобрал в себя всю политкорректность современной Америки. И что примечательно, «Бал монстров» затрагивает расизм, но концентрирует внимание все-таки на другом. Прежде всего на человеческих трагедиях и важности перемен. «Бал монстров» целиком и полностью актерский фильм. Весь его сюжет и изложение событий держится на актерской игре главных героев. И если Холли Берри получила за свою роль Оскар, то Билли Боб Торнтон в этом фильме незаслуженно забыт. Его роль и превращение, которое он прошел от начала и до конца фильма, ничуть не меньше, чем у Берри. И именно из-за их дуэта и стоит смотреть данный фильм. 60 баллов из 100.